Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный Демком? Вы его напрасно прелестным ругаете. Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? Известно чьи. Трудового элемента. Вы что же, труженик? Да уж известно, не Непман. Микрофон погромче сделай, а? Микрофон погромче, я кому говорю? Тебе говорю. Вот так нормально. С кем приходится работать? Добрый вечер, дорогие люди. Здравствуйте, горячие сердца. В паспорта заглядывать не будем. Молодости нас и нет конца. Вас приветствует лидер Сансона Бандерлогин Бачковский и вокально-инструментальный ансамбль «Братья Карамазовы» Сюк и Гек. Люди Сансона, и нас постоянно мыкают вдали от родного очага. Жажда Сансона гонит нас в неведомые дали. И это дали деньги. Вы знаете, мы очень любим деньги, понимаете? И чем больше денег, тем больше песен про Сансон. Меня в прошлом году спрашивали: слушай, Бандерлог, ну что ты так мало писал? Я говорю, просто не писалось. Прескурант наших вещей очень просто понять. Ну, допустим, песня в мажоре 350 батьков, песня в миноре 250 батьков, песня со счастливым концом, но это свадьба, золотая свадьба, покупка загородного коттеджа в Финляндии, разорение конкурентов, 1500 баков. Песня в миноре, я не люблю минор, я сам по себе очень веселый человек, понимаете? Я вообще очень веселый, у меня и песни, и стихи у меня веселые. Вот, допустим, у меня есть стихи, как «Проехала машина, а за ней велосипед, родила вчера я сына 4 неполных лет. Прости, Гек. Вы знаете, как-то меня попросили: слушай, Бандерлогин, а напиши песню, я говорю, о чем? Они говорят, об управдоме. Я говорю, чего? Они говорят, об управдоме. Я говорю, чего? Об управдоме. Ты понимаешь? Об управдоме. Чего? Вы знаете, нас и дети не знают, какое управдома. Нас и бабушки, и дедушки называли управдомом человека, способного в одиночку управлять целым домом. Можете представить, огромный дом, 1 000 000 квартир, маленький человек, практически карлик, у него проблемы, жена беременна, он идет с утра, чтобы управлять целым домом. Ему не надо, а он идет, понимаете? У него есть свои дела. Ну, в общем, я все это выразил в песне. Песня об управдоме была написана нами, не в свойственной нам манере, с использованием хэви-метла, кантри, чуть-чуть добавили джаза, управдом. Я в твоем стоял подъезде, ждал, естественно, тебя, на своем обычном месте, батарею теребя, что зимою согревало нас с тобою вечерком. Батарея вдруг отпала, окатила кипятком. Управдом, дом-дом, управдом, управдом, управдом. Проходящий док соседский меня тоже окатил, а его хозяин мерзкий слов плохих наговорил. Я уже хотел дать газу, но примчался управдом, стукнул гад меня 3 раза грязным мусорным ведром. Управдом, управдом. Чё-то, ребята, я не догоняю. Вы меня простите. То ли вы не до того попали, приехали, то ли знаете, то ли вы как-то не понимаете творчество мое. Но было же написано «Бандерлогин Бачковский», я вас не узнаю, понимаете? Мне это вообще не надо, понимаете?
Я не знаю, мне это надо или вам, или так будем сидеть, понимаете? Но я-то ладно, но пацаны не поймут, понимаете? У них ведь проблемы. Ну, я понимаю, сейчас мы разбежимся. Вы знаете, многие просят, слушай, Бандерлогин, а напиши, пожалуйста, о мужской, так скажем, о мужской верности к женщине. Я очень люблю эту тему, вы знаете. Я не люблю, когда мужская верность мужчины к мужчине. Но, тем не менее, знаете, попса просит, и я спокойно пишу стихи такие, как «Вот пришла весна, послай ее всех на». В эти вот моменты грустные патины. Прости, Гек. Песня о бесстрашной линии работающих в органах МВД. Песня была написана в несвойственной мне манере. Я использовал хард-рок, хэви-метал, кантри и чуть-чуть фольклора. Фольклор, слышите? Спасибо. Напали хулиганы на девушку гуртом, залезли ей в карманы и даже под пальто. Но девушка сурово достала пистолет, пальнула снова, и хулиганов нет. Хулиганов нет, нет, а хулиганов нет. Но другое дело нет, а хулиганов нет. А девушка сурово достала пистолет, пальнула снова, и хулиганов нет. Во всех она попала, лежат они пластом, но долго вспоминала их руки под пальтом. Руки под пальтом, а хулиганов нет. Руки под пальтом. Спасибо, родные, спасибо. Вы знаете, спасибо, тронут. Слово тронулся. Вы знаете, многие просят, слушай, Бандерлогин, а о супружеской верности ты можешь написать? Я говорю, ребята, легко. Супружеская верность – самая драгоценная тема, потому что как башляет он, так и она. Здесь у меня стоит куплет 5 штук баксов. Без текста. С текстом 7, без музыки, с музыки 9, без аранжировки. В общем, с пацанами доходим и до двадцатничка. Рады все, и он, и она, и мои пацаны. Песня была написана в несвойственной нам манере. Мы использовали хард-рок, металл, чугун, кантри, фольклор и чуть-чуть классики. Классика где? Ты смотри, а! Ты, Моисеевич, молодец! Я начал. Как-то в носе прочищая, мне там лишнее на кой. С изумлением замечаю, в носе палец-то не мой. И рука под ним чужая, здорова, как у коня. Волосатая такая, и растет не из меня. Растет не из меня. Быстро к зеркалу, о боже, я от страха заикал. Никогда я этой рожи в своей жизни не встречал. В спальне я к себе метнулся, нет ли там беды с женой. Подбежал и улыбнулся, спит родимая со мной. Родимая со мной, а хулиганов нет. А руки под пальтом, а где мой управдом? Что-то, ребята, меня клинит сегодня. Вы меня уж простите, до последнего аплодисмента, до последнего огурца, помидора, я искренне ваш. Бандерлогин Бочковский, I like to move it. Заказывайте, я подожду, пацаны останутся. Да, Коля, какие апельсины, ты чего? Хулиганов нет, нет, а хулиганов нет. А руки под пальтом, а руки под пальтом. Любимая со мной.